30 мая – единственный день, когда кандидатов в депутаты от крупнейшей парламентской фракции можно выбрать по старинке, придя на один из более чем 70 участков в соответствии с местом своей прописки. Все, что нужно избирателю – взять с собой паспорт. Главное, чтобы он уже не проголосовал по интернету. У нас есть списки безыменные, только с указанием паспортов, где указано, что эти люди заявились и проголосовали, или не проголосовали, но заявились на электронное голосование. А здесь они проголосовать вторично не могут. Мы их отправляем домой и даем рекомендацию, что позвоните на станцию, на поддержку, техподдержку, чтобы вам оказали помощь, если вы не можете. В целом предварительное голосование проходит как обычные выборы. Это прямое тайное голосование. Причина предпочтения традиционного формата у каждого избирателя своя. Пообщаться с людьми так визуально. Вот, почувствовать настроение, скажем так. Все хорошо, все замечательно. В этой школе тоже атмосфера особенная, потому что я здесь работала очень много лет. Поэтому такое, знаете, настроение хорошее, несмотря на то, что погода нас не радует. В интернете достаточно сложно, будем говорить, голосовать. Там определенная процедура регистрации. Потом я всегда стараюсь приходить лично на избирательный участок. Ну, это более привычная схема. Несмотря на ту цифровизацию, которая у нас в стране развивается, это, я считаю, что это более приемлемый стандартный вариант. Избирательные участки закроются в 8 вечера. Информационное агентство «Камчатка».